Все на месте, девочки. Все на месте. Идем на пункцию. Смотрите, здесь появился вдруг один. Конечно, она скажет, что есть ли вообще яйцеклетка в этом фолликуле и какая она. А дальше уже будем смотреть про оплодотворение и все. Так, значит, смотрите, нам сейчас нужно обсудить важный вопрос по донорским ацетам. Хотим донорские ацеты, то их нужно будет покупать где-то вот ну, здесь близко, за счет вот культивирования, да, то есть это среды, это все. Ага. Или пока смотрим, получится, что у нас сегодня, а уже потом эти вопросы ставим. Давайте попробуем сначала со своей, если не получится, то... Все, я поняла, хорошо. Ну, как мы изначально и планировали. Ну, должно получиться. А если будет культивироваться хорошо, то ставим перенос на 5-е сутки. Если будут какие-то вопросы, то ранее. Я пока планирую свежий перенос. Но он может отложиться вследствие вашего уровня прогестерона, да, вследствие того, что пойдет в рост тот фолликул, если он пойдет, мы его будем пунктировать тоже. То есть, да, то есть, ну, вот так. Так, значит, хорошо. Марин, это согласие наше. Все, вы идете ожидать, пока вас позовет Светлана Анатольевна в наше запланированное время. Все, встретимся в операционной. Ну что, как ваше настроение? Все хорошо. Как вы вообще к новостям это? Марина вас обрадовала? Ну, конечно. Неожиданно все. Как-то все сейчас? Быстро. Какое-то переживание уже ушло. Уже приехали. Что? Чем все закончится? Все будет хорошо. К этому давно идем. Нужно что-то быть хорошее. Сейчас мы будем проводить внутривенную анестезию на спонтанном дыхании. Клиентка наша будет спать, ей ничего не будет болеть, ничего она не будет чувствовать. Как я сюда добиралась, я вообще не помню. Вас я вообще, я ничего не помню. Ничего. Я только легла, взяла телефон и сказала...
снимаю опять. Ну все, я приехала. Вы уже поели? Нет, вот только чай сделали. Та-дам! Все, что хочешь. Круто. Метров проехали, я что-то в телефоне засиделась. Андрей такой: улетай, улетай. Я смотрю, аист посреди дороги стоит. Я говорю: что ты прешь, чуть ли аиста не сбил. Я говорю: надо было выйти погладить. Я говорю: ты ж хороший знак. Ну. Вы себе это представляете, аист такой. А некоторые, ну, они чувствуют. У меня подружка была беременная, он к ней подошел. Ух, можно собираться. Просто. Ну, вот такие классные картинки вообще. Детки, везде детки. Детки-ангелы. Красота. Все, мы начинаем протокол культивирования. 15 число. И пойдут первые сутки, да. А далее мы будем наблюдать ее первые, вторые, третьи. На третьи сутки будет понятно, как вообще, в принципе, она оплодотворилась и как она себя ведет. А, конечно же, золотым стандартом является культивирование до 5 суток, до 17 числа. 1, 2, 3, 4, 5. Если у нас будут какие-то моменты, да, как бы по делению, да, то 15 числа ставим вопрос о переносе. Если у нас все будет хорошо и культивирование идет без каких-либо вопросов, то перенос состоится 17 числа. Нам необходимо подготовиться к переносу, да, потому что для того, чтобы перенос был качественный, у нас должен эндометрий соответствовать определенной толщине, и он у нас в принципе уже соответствует. У нас не должно быть фолликулярных кист и иных образований в яичниках, потому что яичник правый может дать рост этого одного фолликула. Да, может, надо было ее... Нет, ее убирать не надо, потому что у меня здесь, ну, есть определенные мысли на ее счет. И третий момент. Наши уровни прогестерона должны быть соответствующими. Получается вот что. Сегодня мы аспирировали два фолликула и получили один ооцит. Была получена одна яйцеклетка, морфологически зрелая, но, к сожалению, оплодотворение не произошло. Это межклеточное взаимодействие. Все, что мы можем, это поместить сперматозоид внутрь яйцеклетки, заставить их прореагировать и сформировать пронуклеусы мы не можем. К сожалению, признаков оплодотворения не было. Давайте думаем, что будем делать дальше. Может, там фолликул вырос? Да, сейчас сделаем ультразвуковое исследование, но в любом случае как бы нам надо определиться с такой генеральной стратегией, скажем так, да, как мы будем двигаться дальше. Потому что, учитывая вот такую ситуацию, да, что у нас нет оплодотворения, понятно, что если мы пойдем повторно, да, как бы, то это должно быть больше двух яйцеклеток. Становится вопрос, как мы их будем получать с учетом того, что яичники не отвечают на классическую стимуляцию вообще никак. Uh-huh. Да? Значит, то есть у нас истощение овариального резерва такой степени, что мы не можем уже получить даже более двух яйцеклеток в одном цикле. Я предлагаю следующий вариант. Давайте будем пробовать стимуляцию не классическую с помощью препаратов, которые вызывают рост только одного фолликула. Это максимально подобная схема к естественному циклу. Если один фолликул растет, мы его забираем и замораживаем. И это называется банкинг ооцитов. То есть вступление в программу ЭКО осуществляется тогда, когда у нас есть хотя бы три свои яйцеклетки. У нас нет ответа. Причем нет ответа в двух протоколах. Мы уже попробовали классический протокол, попробовали французский так называемый протокол, да, с агонистами продленными, который применяется при бедном овариальном ответе. И мы не получили вообще достаточного ответа. Да? А все, что получили, то, что у яйцеклетки не было оплодотворения, не надо возводить это в какую-то степень. Естественно, чем старше
репродуктивный возраст, тем нарастает кумулятивное число некачественных ооцитов. Да? То есть он мог просто быть изначально таким, и вот поэтому, да, в репродуктологии действует правило: чем больше, тем лучше. Угу. Но у нас не получается больше с одного раза. Марина, к сожалению, когда у нас какая-то классическая ситуация, да, я могу давать вам какие-то проценты на успех, еще что-то. Когда у нас ситуация не классическая, мы можем сказать, что на клинической практике мы используем такие моменты. Есть ли успешные исходы? Да. Опять-таки, потому что тут играет за вас ваш возраст, да, как бы хоть и истощенный овариальный резерв. Да, нестандартная совершенно ситуация, потому что все-таки с учетом возраста 36 лет можно было ожидать более богатого овариального резерва, да, но тем не менее, вот мы имеем то, что имеем. Хороших новостей. Эндометрия отвечает на поддержку замечательно. Ну все, здесь желтые тела сформировались, да. То есть все хорошо, будем работать, но немножечко в другом ключе. Не унывать, не вешать нос. Хорошо? Я хочу вообще сказать всем большое спасибо, всем людям, которые голосовали за нас. Большое спасибо хочу сказать Ирине Сергеевне, потому что это человек, не знаю, для меня с большой буквы. Это народный доктор, я не знаю. Вот просто хочется ее обнять и все. Вот она дает столько силы и столько вот позитива и веры. То есть иногда даже вот у меня руки опускались, да, а она просто тебя настраивала, то есть она тебя обнадеживала, что все получится, не опускай нос, все будет хорошо. Вот. А каждой паре я хочу пожелать, чтобы в каждом доме звучал детский смех, чтобы у всех тех, кто мечтает о ребенке, чтобы он появился, чтобы стали счастливыми родителями. Самое главное — не сдаваться. Рано или поздно все равно всегда все получится. Вот. Надо просто ломиться в дверь до конца, и она обязательно откроется.